В России устанавливают обстоятельства утренней аварии, в которой, по данным белорусского посольства, в Москве погибли трое граждан Беларуси, один госпитализирован. Столкновение микроавтобуса с грузовиком произошло на трассе М1 недалеко от Смоленска. Машины двигались в одном направлении, наши соотечественники ехали в автомобиле с полуприцепом. На месте работает полиция. И вот что нам сообщили по телефону. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия – несоблюдение дистанции водителя микроавтобуса Volkswagen. Установлены личности погибывших – это мужчины 1983, 1984 и 1963 годов рождения. Мужчина 1986 года рождения получил телесные повреждения. Сейчас проводятся следственные действия. Белорусское посольство взяло ситуацию на контроль.